В нужное время, в нужном месте. Установившаяся жаркая погода вынудила якутян перебраться ближе к воде. И, как правило, на диких пляжах вместе с этим поползла вверх и печальная статистика погибших в водоемах. Герой нашего следующего сюжета смог собственноручно переломить цепь статистики и не дать погибнуть на реке малолетнему ребенку. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот девочки, женщины стоят, там мать была, да? И ребенок одни туда, дело. Уходить от матери. Субботу 24 июня Иван Семенов уже не забудет никогда. В полдень вместе с внучкой он приехал на пригородную протоку Петуховка. На диком пляже было много народу. Среди шума и громкой музыки 61-летний сотрудник пенсионного фонда услышал крики о помощи. Сильным течением ребенка уносило на середину реки. Под водой то появляется, то под воду опускается. И я прыгнул так на перерез. И ребенок начал почти не там отдаляться, подальше отошел. Я подплыл, за мной еще два парня прыгнули на помощь. Ну, я успел вытащить ее из-под воды, она начала уже под воду погружаться. Я ее вытащил, полпути обратно проплыл, и молодой парень подплыл. Я передал ребенка ему сразу и рядом поплыл с ним. Спасение нелегко далось Ивану Никитичу. До берега он добрался уже из последних сил. У кромки воды ему самому оказал помощь еще один неравнодушный парень. Несмотря на это, свой поступок герой подвигом не считает. Я оказался, может быть, это нужное время, на нужном месте, да? Ну, ближе всех, может быть, поэтому. И вот бы там, думаю, поступил бы так же. Петуховка – одно из самых опасных мест для купания в Якутске. Ежегодно здесь гибнут люди, дети и взрослые, вне зависимости от условий и уровня подготовки. Все помнят гибель известного спортсмена Алексея Никифорова. Он ценой своей жизни спас ребенка на этой же протоке. Это очень опасное место. И там сильное течение, сыпучие пески, и по разным глубинам и местам там идет перепады температуры, что человека может свести судороги, и человек просто не сможет выйти. С начала этого года на водоемах Якутии погибло 33 человека, среди них 4 ребенка, причем троим из них не исполнилось и 11. Всем руководителям, организаторам детского отдыха, детских лагерей проводить занятия по безопасности нахождения на воде и, конечно, следить и всем, и родителям, и вообще прохожим за тем, как ведут ребята у воды. Жаркая погода установилась еще минимум на неделю, так что, несмотря на риски, на диких пляжах будет людно. За спасение ребенка на воде с риском для жизни Ивана Семенова представили к награде Российского союза спасателей. Афанасий Николаев, Виталий Абрамов. Специально для НВК «Саха», Якутск.